Единая Россия работает в интересах людей и государства вот уже 23 года. Недавно отметила свой день рождения. 2024 был объявлен годом первичных отделений. Вообще партия открыта для людей и дает возможность любому обратиться со своей проблемой к депутатам, а те, в свою очередь, должны постараться решить ее, в том числе и на федеральном уровне. К депутатам, потому что они, как сказать, в авторитет. Авторитет для меня, и я поэтому, собственно, к ним и обратился. Это авторитетные люди. Жилищные вопросы, защита трудовых прав, общественные инициативы и предложения. В декабре стартовала всероссийская декада приема граждан, приуроченная ко дню рождения партии. Традиционно первая декада декабря посвящена приемам в партии «Единая Россия», прием граждан, всех, у кого волнуют какие-то вопросы. И депутаты всех уровней, от муниципалитетов до Госдумы, проводят такие приемы. 1 декабря был день рождения партии, 23 года, с чем я и поздравляю наших соратников, наших коллег. Авторитету «Единой России» способствует и активная работа с людьми. В рамках региональной недели Когалым посетил депутат Государственной Думы Павел Завальный. Парламентарий встретился с коллегами и пообщался на важные темы. Профессиональная подготовка кадров, зарплата работникам бюджетной сферы, оказание социальных услуг некоммерческим секторам. Моя задача и задача депутатов, скажем так, региональной, федеральной, исполнительной власти – помогать именно муниципальной власти в решении вопросов. И задача стоит в том, чтобы те проблемы, которые есть, как законы работают, будь то закон о местном самоуправлении или там другие вопросы, какие проблемы требуют решения, или законы требуют изменения, совершенствования, или проблемы требуют решения. Парламентарии следят и за ходом развития проектов народной программы «Единой России», одним из объектов которой стала и новая музыкальная школа имени Александры Пахмутовой в Когалыме. «Единая Россия» – это еще и благотворительные акции. Накануне коробку храбрости доставили в больницу. В ней подарки юным пациентам. Акция «Единой России. Коробка храбрости» на протяжении уже 10 лет по всей России представляет медицинским учреждениям те самые коробки храбрости для храбрых пациентов. Действительно находиться в медицинских учреждениях, получать процедуры – это стресс и для взрослых, а для детей это настоящий подвиг. Сегодня «Единая Россия» готовится к новой избирательной кампании, которая пройдет в 2026 году. Партия отчитается перед избирателями, чего удалось добиться и сделать за 5 лет. Юлиана Сотник, Евгений Скляров, Михаил Суханов. События.